Корь – это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Причиной распространения инфекции всегда является заболевший человек. Вирус попадает в организм через дыхательные пути, а потом распространяется кровотоком. Корь у детей протекает в острой форме, особенно в возрасте от 2 до 5 лет. При данном заболевании поражают преимущественно слизистые оболочки глаз, полости рта и органы дыхания. Появляется характерная цыпь, конъюнктивит и повышается температура. Корь – коварное заболевание, развивающееся поэтапно. Вирус, распространяющийся по организму ребенка, еще совершенно незаметен для чуткого глаза родителей. Симптоматическое лечение проводится в домашних условиях под наблюдением педиатра в отделении больницы. Ребенка помещают в том случае, если начинает развиваться осложнение. У переболевших корью детишек иммунитет к заболеванию сохраняется до конца жизни, а у детей до года встречается крайне редко, ведь они еще мало контактируют с окружающим миром, к тому же новорожденные пребывают под защитой материнских антител. Если мать в прошлом переболела корью, то ребенок будет устойчивым к болезни до возраста 3 месяцев. Именно такой промежуток времени материнские антитела содержатся в крови ребенка. Первый шаг в профилактике кори – это ограничение контакта с заболевшими детьми, проветривание комнаты, влажная уборка ежедневно. Деткам, контактировавшим с больным, в первые 5 дней после контакта вводится специальный иммуноглобулин. Иммуноглобулин вводится только детям с ослабленным иммунитетом и находящимся в возрасте до 3 лет. Но самый надежный помощник при профилактике кори – это вакцинация. Прививка представляет собой искусственное заражение вирусом. Но концентрация его настолько мала, что организм ребенок справляется с инфекцией самостоятельно и заодно вырабатывает защитные антитела. Обратите внимание, вакцина противопоказана деткам с ослабленным иммунитетом и имеющим заболевание крови или сердца. Первая вакцинация проводится у деток в возрасте 1 года, ревакцинация в 6 лет. И это обеспечит вашему ребенку защиту от вируса на протяжении 15 лет.